«Контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Итак, Грымченко ответила всем украинцам. Мы были вашими гражданами, знак вопроса. Всем майдановским и не очень украинкам, которые сейчас так громко кричат «Крымчане, наши граждане», посвящаются. Ну, я напоминаю, что это уже несколько месяцев. Не поздновато ли вы спохватились, милая, когда в начале 90-х в Крым приезжали автобусы дружбы, чтобы научить нас правильно любить Украину? Мы были вашими гражданами? Когда нас стравливали с татарами, мы были вашими гражданами? Когда в 1995 году Верховная Рада Украины лишила Крыма института президентства и переписала нашу конституцию, наплевав на международное свое собственное законодательство, мы были вашими гражданами? Когда в Киеве при отключении электричества одному из домов шутили «О, на Крым свет дали», мы были вашими гражданами? Когда вузы Западной и Центральной Украины негласно отказались принимать выпускников крымских школ, мы были вашими гражданами? Когда Тимошенко кричала «Я поставлю Севастополь на колени», мы были вашими гражданами? Когда украинская власть брала откаты за продажу земель Никитского ботанического сада, мы были вашими гражданами? Когда украинские чиновники выкупали наши предприятия, доводили их до банкротства и пускали в распил в прямом значении этого слова, мы были вашими гражданами? Когда власть разрешила продажу Багировского аэропорта с уникальной взлетной полосой, способной принимать шаттлы и бураны, мы были вашими гражданами? Когда нам навязывали в кавычках героев, служивших фашистскому режиму, а нашу историю затирали, мы были вашими гражданами? Когда в школьных учебниках истории создавался образ Крыма, рассадника сепаратизма, мы и тогда были вашими гражданами? Когда насильно переписывался гимн Севастополя, когда нас пытались отобрать язык, когда вы кричали «Москалей на ножи», и, наконец, когда вы решили...